Можешь доказать, что это ты? Вспомни. Когда ты был совсем маленьким, иногда, когда тебе становилось страшно, я обнимал тебя и шептал некие слова на ухо. Их знаю только ты и я, больше никто. Клан Дисек, Мибао, Мо. Помнишь? Отец, ты ведь герой. Почему там? От судьбы не уйти. Загляни в душу любого героя. Там прячется чудовище. Поубавилось смелости без чудесного меча. Кто бы говорил, ты сам воюешь обманом. Отец рассказывал, что ты трус. Собираются поджечь масло, сжечь всех живьем. Ясно! Расселимся! Давай! Главное, не дать им поджечь масло! Ты решил отомстить за своего отца, великого героя. Я сражаюсь не только ради мести. Я сражаюсь за то, во что верил мой отец. А ты подло все извратил. Эти слова записал, из них получится хорошая эпитафия. Ари, брось мне меч. Меч мне, Грек. Ари! Сначала плата. Осторожно, он острый. Верно, глупец. Это я спланировал ваше героическое путешествие в подземное царство. А меч принесет мне высшую власть. Разве можно верить грекам? Ничего личного, Матаис. Только кучка драгоценностей и прекрасный сюжет. Писатель разве откажется? Достойно опиши мои подвиги, Писака. Отвечаешь головой. Царь, ставший богом.